Здравствуйте, мастера и мастерицы. Давайте знакомиться. Меня зовут Ирина. Вот этой книге «Вязание крючком» почти 20 лет. Да, как раз вот в следующем году и ровно 20 лет, как она у меня появилась. С нее-то и начались мои познания по вязанию крючком. И мало-помалу опыт у меня приобретался. Эту книжечку я купила тогда, когда находилась в секретном отпуске по уходу за ребенком. После того, как увидела однажды, что одна бабулечка навязывала узоры красоты необычайной, мне тоже захотелось. Я тогда еще именно тогда подумала, что тоже надо научиться этому виду рукоделия. Куплены были крючочки, ниточки. И, почитав, изучив несколько приемов из этой вот книжечки, понемногу стала пробовать. На данный момент дети уже мои, конечно, выросли. И я решила опять возобновить интерес к этому виду рукоделия. Тем более, что моя нынешняя специальность, профессия, конструктор-модельер-портной, позволяет искать разные способы воплощения моих идей. И подумалось мне, а не попробовать ли сочетать вот именно вязание, там, спицами, крючком, с теми знаниями моей нынешней профессии. То есть вязание с шитьем сочетать, попробовать решила. Интересно, идей много. И понемножечку стала в этом направлении двигаться. То есть достала эту книжку, залежи старых запасов своих ниточек, крючочков, и потихонечку стала все это вспоминать. То, что будет получаться у меня, можете повторить и вы. Будем делиться опытом и знанием друг с другом. Благо, что для этого нам в помощь есть разные средства связи и коммуникации. Это видео снимать, выкладывать во всевозможных соцсетях. Это интересно. Раньше такого, конечно же, не было. Но сейчас это все есть, и надо этим уметь пользоваться, конечно. Будем учиться вместе. Давайте знакомиться друг с дружкой. Буду рада каждому. Это мои первые попытки записи на подобную тематику. Немножечко стесняшечки. Думаю, нужно ли это кому-нибудь. А потом решила, вдруг кому изгодится. Так что будем потихонечку обучаться вместе. Эта книжка хорошо иллюстрирована. Здесь подробным образом описаны все приемы. Ну, не все, может быть, но множество приемов и способов, как вязать, с чего начинать, какие инструменты для этого нужно. Здесь вот на первой странице показано, какие виды крючков всевозможные бывают. Я пробовала не все. Хочется попробовать много. Тем более сейчас позволяет разная продукция, которая продается в магазинах, которую вы можете заказать и в интернет-магазинах, и всевозможные приспособления для этого позволяют создавать очень много интересного. Для того, чтобы начинать вязать крючком, конечно же, нужно изучить подробным образом условные обозначения к схемам. Когда я смотрела разные журналы или листала разные книги, я столкнулась с тем, что многие схемы немножечко отличаются друг от друга. Поэтому, изучив, допустим, одну какую-то литературу, и привыкнув к одним условным обозначениям в схемах, можно столкнуться с тем, что другие схемы могут немножечко отличаться от тем, к чему привыкли вы. Поэтому нужно уметь читать схемы, не только такие, которые у вас, но и знакомиться с разными другими схемами, читать это в интернете, смотреть, как это делают другие мастерицы, для того, чтобы и вы тоже свободно и легко справлялись с любой схемой и вывязывали разные узоры. Это видео я хочу предложить для тех, кто только-только начинает делать первые шаги в этой области рукоделия, как вязание крючком. И самые простейшие, элементарные вещи, которые вы должны знать, это самые такие простые приемы,
который вот и в этой книжечке тоже, с чего все начинается, конечно же, это воздушная петля. Каждая мастерица знает об этом, что любое произведение, которое она вывязывает, конечно же, начинается с этой воздушной петли. Итак, я это делаю так. Беру, покажу на примере вот этой вот толстой нитки, чтобы вам было удобно смотреть. Не знаю, удобно или нет, но попробуем. Так как это мое первое видео, будем пробовать вместе. Я делаю это так. Складываю вот таким вот образом петелечку, чтобы она у меня вот так вот начиналась. Не знаю, четко, не четко видно. Посмотрим. Будем пробовать. Зафиксировали вот эту петлю. И начинаем укладывать вот эту вот ниточку вокруг крючочка. И начинаем вывязывать. Вот это вот. Вот этот вот приемчик называется воздушная петля. Итак, это начало всех узоров. Начинаем вязать цепочку из воздушных петель. Продолжаем накидывать, провязывать. Получилась вторая петелька в этой цепочке. Итак, продолжаем дальше. Накидываем, провязываем. Третья петелька. Накидываем, провязываем. Четвертая петелечка. Накидываем, провязываем. Пятая петелечка. И так у нас нужное количество петелечек навязывайте вот на эту цепочку. Таким вот образом получается цепочка из воздушных петель. Продолжаем вязать. Держать крючок и ниточки каждая мастерица, ну, у каждой свои навыки, как это правильно держать. У меня, ну, возможно, неправильно, но мне, во всяком случае, так удобно держать. Держу вот таким вот образом. Многие мастерицы делают это по-другому. Как вам удобнее, так вы и держите крючок, так вы держите ниточку, укладываете. Главное, чтобы в результате получилось красиво. Что я хочу сказать? Что при вывязывании цепочки из воздушных петель может получаться слишком тугая цепочка, может получаться слишком свободная, может быть неравномерная какая-то цепочка, одна петелечка больше, одна меньше. В итоге она должна получаться ровненькая, чтобы не сильно туго, не сильно свободно, то есть так, как, ну, это только можно методом проб и ошибок, все это вы будете навязывать, и рано или поздно вы придете к тому, как это делается более или менее правильно. Вот таким вот образом, это начало всех начал, воздушная петля. Обозначение у нее в основном в разных схемах идет как просто колечко. Просто пустое, ну, такое полое колечко, либо точечка. Сейчас я хочу вам показать, как делаются следующие по схеме петелечка. Я заменила ниточку, потому что для толстой ниточки у меня неподходящий крючок. И продолжаю навязывать воздушную петлю. Воздушную цепочку из воздушных петель. Я это делаю для того, чтобы потом в дальнейшем показать вам, как вяжется самый простой цветочек. Как раз вот из тех незамысловатых петелечек, столбиков, которые мы с вами научимся в процессе моего видеоурока. Продолжаем вязать цепочку. Смотрим, как это делается. Это делается очень легко. Это делается, накидывается на крючок ниточка и выводится из предыдущей петелечки. Так продолжаем. Накидывается, вытягиваем. Накидывается, вытягиваем. Накид, вытянули. Накид, вытянули. Накид, вытянули. Для того, чтобы показать, как делается соединительный столбик, это следующий, чему вы должны научиться, это мы должны сделать таким образом. Вводим крючок не в первую, давайте поближе покажу, а во вторую
петелечку, вводим крючок во вторую петелечку, накидываем рабочую нить и вытягиваем из этой петли вот эту рабочую. Сделал потихонечку, чтобы вам видно было. И эту же ниточку рабочую мы вытягиваем вот таким вот образом. Это называется соединительный столбик. Для чего он нужен? Соединительные столбики обычно применяются по окончании работы для обработки и закрепления краев, например, планок, веек, а также в круговом вязании при замыкании круга. Очень-очень хорошо подходит вот именно этот вид, как соединительный столбик. Давайте еще раз посмотрим, как это делается. Накидывается рабочая нить и протягивается. Смотрим внимательно, повторяем. Таким вот образом. Еще. И так вот дальше. Набрасываем, вводим. Ой, простите, я неправильно сделала. Без накида. Вводим. Это уже будет столбик без накида. Таким вот соединительным столбиком он потом в дальнейшем понадобится для того, чтобы навязывать, допустим, вы сделали какой-то узор, и вам нужно спуститься, ну, к окончанию узора. Вот таким вот образом с помощью соединительных столбиков это делаете. Смотрим внимательно. Ввели крючок, берем, подхватываем рабочую ниточку и протягиваем ее. Вот это и есть соединительный столбик. Пробуем, тренируемся. Если не получилось, ничего страшного. Распустили, еще раз попробовали. И так до тех пор пробуем, пока не получится. Это самые элементарные основы вязания крючком, которые каждая мастерица должна этому научиться, чтобы в будущем, в дальнейшем вязать всякие разные изделия. Без этого просто никуда. Вот таким вот образом. Подхватили, вытянули. Показываю все медленно, специально для новичков, которые вообще еще ни разу в руках крючок не держали, которые боятся, может быть, какие-то шаги делать. Здесь ничего страшного нет. Берете, смотрите, повторяете. И все получится. Ввели крючок, набросили ниточку, вытянули. Вот это и есть соединительный столбик. Так, сейчас, секундочку. Угу. Ниточка расслаивается. Может быть, тоже не очень удобная нитка для меня, но из этой нитки я делаю шляпочки, которые я вам потом покажу. Я навязываю цветочек, который будет как украшение, как декор для шляпки детской. Вот таким вот образом. Дальше я сейчас вас научу, как делать столбик без накида. Следующий столбик называется столбик без накида. Вот вы у меня видите здесь в книжечке. Обозначение в этой книжке таким вот образом. Вот она, воздушная петля с таким треугольничком. Это и есть столбик без накида. Как его провязывать? Вот здесь схематично тоже вот указано. Вы можете посмотреть внимательно, как это делается, и повторять вместе со мной. Что мы для этого делаем? Мы вводим крючок в петелечку. Вводим крючок в петелечку. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем петлю, делаем накид, и протягиваем через вот эти вот две петли рабочую нить. Вот это называется столбик без накида. Еще раз покажу, буду показывать до тех пор, пока не станет понятно. Ввела крючок,
вытягиваю петлю, вытянула петлю, сделала накид и провязываю вот эти обе петли. Вот это и есть столбик без накида. Четкость плохая. Сейчас попробую еще раз, чтобы вам было видно хорошо. Ввожу крючок в петлю. Следующую. Набросила рабочую нить. Вытягиваю петелечку. Вытянула. Получилось две петелечки. Набросила рабочую нить. И эту рабочую нить я вытаскиваю через две петелечки. Вот это называется столбик без накида. Еще раз повторяем. Ввела крючок, набросила нить рабочую, вытаскиваю петелечку, образовалось две петелечки, набросила рабочую нить и вытаскиваю эту рабочую нить через две петли. И вот таким вот образом мы провязываем весь ряд столбиков без накида. Ввела крючок, вытянула рабочую нить, образовалось две петли, накинула рабочую ниточку и провязываю эти две петли вместе. Так, продолжаю вязать весь ряд. Делаю медленно, специально, чтобы было понятно. Так, подхватила рабочую нить, провязываю обе петли вместе. Ввела крючок, набросила рабочую нить, вытянула петлю, набросила рабочую нить и провязываем обе петли вместе. И вот таким вот образом получается. Здесь вот мы видим соединительные столбики, ряд соединительных столбиков. Здесь мы уже видим ряд столбиков без накида. Вот таким вот образом оно выглядит. Вот таким вот образом. То есть, если мы видим, что соединительный столбик, он практически незаметный по толщине своей, по ширине, не видно его, то соединительный столбик, он уже увеличен в размере, как можно это видеть наглядно. Вот таким вот визуальным. Посмотрите сами. То есть, если вам нужно незаметно, чтобы было на изделии, то мы провязываем соединительными столбиками. Вот таким вот образом вяжется столбик без накида. Провязывание столбиков без накида можно еще сравнить с лицевыми петлями. Давайте еще разочек попробуем, потому что там было плохо видно. Вводим крючок, накидываем рабочую нить, протаскиваем петлю и через эти две петли мы также протаскиваем рабочую ниточку. Да, неудобно, конечно, снимать. Я думала, что это гораздо проще делается. Но это не очень-то просто, когда ты смотришь в камеру, а не на руки свои. Это очень неудобно. Ну, будем пытаться. Так, набросили, протянули. Это называется столбик без накида. Ввели крючок в петельку соседнюю, набросили ниточку, вытянули петелечку, набросили еще раз ниточку и провязали обе петелечки вместе. Это и есть столбик без накида. Также можно провязывать в дальнейшем. Давайте я вам покажу. Можно провязывать за переднюю стеночку, чтобы перейти на следующий ряд. Ну, я до конца не буду доходить, хотя можно и дойти. Давайте дойдем до конца, а там я вам уже покажу, как это делается. Так, давайте это провяжу. Столбики без накида до конца ряда. Если у вас что-то не получается, смотрите видео заново. Вяжите до тех пор, пока не получится. Если вы что-то задумали сделать, вязаные изделия, то нужно пытаться это делать. Так, вот дошли до последней петелечки. Так, провязали ее столбиком без накида. Сделали
одну воздушную петлю подъема, перевернули на другую сторону. И вот я вам хочу показать, что провязывать можно. Можно как вот за обе стеночки вот этой вот петли. Вот это вот называется вот одна стеночка. Вот это вот дальняя стеночка. Вот это вот передняя стеночка ближняя. Как вот за обе стеночки можно провязать петлю.